Домик. Отстань. Марусь, ну нарисуй хоть что-нибудь. Отстань, Поль. Нарисуй мне автобус. Тащи, фломастер. А почему он не едет? А, мы колеса забыли нарисовать. Сейчас нарисуем, и он поедет. А теперь почему не едет? Ну, мы же руль забыли нарисовать. А теперь почему не едет? А, мы дорогу забыли нарисовать. А теперь почему не едет? А может, у него мотор сломался? Сейчас починим, и он поедет. Починила? Угу. А он все равно не едет. Водитель ушел. Пришел водитель, а он не едет, не едет. Почему? Почему? Я не знаю. А я знаю. Потому что он нарисованный.